Всем привет! Сегодня снова с вами Басон. Мы продолжаем проходить игру Alan Wake, дополнительные эпизоды. Так, у нас сейчас книжки вороны. Где тут еще? Книжки офигевшие вороны. Так. Здесь надо выбирать надписи, какие можно оживлять. Точнее, какие лучше оживлять. Одержимый. Враг, ворона, бум, инструменты, враг. Одни есть. Так. Одержимый, враг, бум. Одержимый, враг, ворона, бум. Одержимый, ворона, враг. Твою мать, оживил одного пидораса. Ах, блин. Вот что значит, блин, не кидайте световые гранаты, которые самые мощные и любимые, блин, из всех. Кинул, блин, гранатку. А я даже переключиться-то нечего. Вот реально крышняк ей это писала. Давайте, давайте. Так, ладно, значит мы соберем себе. А, тьму не подходить надо. Так, гранаты здесь бросать точно не буду. Блин, интересно, чего меня так бьет. Фу. Так, собираем инструменты, патроны, всю фигню. Тут даже бум опасно, попадешь в него и все. Он автоматически здесь всех оживит. Одержимый, враг. Это как минное поле, блин. Так. Одержимый, враг, бум, вороны. Бум, одержимый, вороны. Блин, врагов тут нафигища. Если все это оживить, сейчас целая стая ворона наползет, если не больше. Все падает половина, хрен знает куда. Их самое говно, как обычно, осталось. Револьвер. Ладно, погнали дальше. Зашибись. Сейчас очередная хрень петь.
Okay, this is just too weird. You're weird. Barry, is all this really coming out of my head? That's just the way this place is, Al. All that random stuff in your head? Imagination can be the enemy here. But you're from my imagination. Yeah. You know what, Al? Do yourself a favor and don't pursue that train of thought any further. Зашибись. А, то есть еще могу и подлечиться здесь. Как-то по-глупому создано все это. То есть, получается, они... Они лезут на нас. А, то есть стоять лучше не надо, так понял. Лучше нафиг отсюда драпать к чертям собачьим. Пока нашу жопу здесь не сожрали. Да ладно. А, то есть это для них как бы минное поле. Мужики, не, я с вами не вожусь. Идите все в жопу от меня. Да ладно. Зашибись, вас там набралось просто вообще. Целая куча. Да мы уже поняли, что там будет. Так, туда я в длинный путь не пойду, лучше самый короткий выбрать. Really is, а, то есть они еще от света так дохнут. А я спуститься не могу, поэтому... А, блин! Не, спустился. Эконом-вариант. Ребята, извините, но я не хочу с вами тут даже встречаться. Да ладно. И куда я должен идти? Наверх? Фу, добежал. О. Читать. О, гром и молнии. Зашибись. Так, а что у нас здесь? Колеса. Блин. Красная коробка. О. Колеса. To get that door open before you can get into the warehouse. That's the way forward. If I'm making this up, why is it so complicated? Because you're a complicated man, and no one understands you. But I'm talking. Mary. Зашибись. Чё, мне с этим бороться, что ли? С жипиком? Ух, ё. Ещё и неодержимые здесь, вообще тема.
Один есть. Давай, 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 в задницу его. Есть еще один. Так, что у нас здесь есть? А, вот еще один. Так, коробка тут. Ух ты, давайте, берите все. Батарейки есть. Помповое ружье, патронов дофигища теперь. Это что? А, это те ворота. Так. Колеса. Да ладно. Ты откуда вылезла, чудо? Да ладно, пипец, зажали прям всей толпой. Выбежать на свет. Какой свет выбежать. Он начинает толкать меня, умеет. Мне еще этой катушки не хватало. Так. А почему их только два? Вот, в прошлый раз было три. Ух, ядрен батон, что все летает у меня. Да ладно, вы что, шутите? Ух, ё. Не, я здесь не хочу бодаться с этой всей хренью. Все сгорели? Или еще и живые? Да ладно. Так, все что ли? Больше не будет? Слава богу. Так, револьвер перезарядится. Так, ладно, пошли дальше. Сигнальная ракета. А, не достает. Красная коробка. Охота. И что это значит? О как! Охотничье ружье. И сколько ж у него патронов? Всего 5.
Да. С таким дефицитом патронов проще взять что-то побольше. Батарейки не нужны. Сейчас стопудово живет скотина. Hey, what are you up to? I thought this was my side of the bed. Опять сейчас. We entered the trap, surrounded by enemies. We get nowhere to run. Damn it! I'm so sick of you. Да ладно, блин, это вообще капец. Эпизод сложнее, чем сама вся игра. Hey, what are you up to? А, сигналка даже есть. I thought this was my side of the bed. He entered the trap, surrounded by enemies. We get nowhere to run. I'm so sick of you. Зашибись, блин. Да ладно. Иди спать. Мама зовет. Да зашибись, блин. Обратно можно за патронами сбегать, а? Револьвер максимум. Теперь можно и охотничий взять. Потому что у него патронов больше. И ударная мощность больше. Конечно, жестоко сделали дополнение, что в больных фантазиях Алана Вейка, который от тьмы спятивает, уже бродить самому страшно. Когда врагов просто куча, патронов нифига. Прям в себе впечатываешь историю, блин, всю. В чем разница? А, фонарик больше. Заряд. Так. Что нас здесь ждет? А ничего хорошего. Звуки ни о чем хорошем не говорят. Где ж ты там, чувачок? Твою мать! Да пошли вы все в жопу. Пугать так. Короче, патрона на него не напасешься.
О, как раз к охотничьему. Так, а там больше ничего нету. О, будильник. Это кому там интересно достижения собирать? Ну, мы попутно собираем там. А мы на границе постоим. И что? Куда вы все? Надеюсь, вы только ходите там где-то, а не перебегаете через все эти коробки. Так, здесь хоть враги-то слабые. Кому-то там еще влетело. Каску. Так, пойду подлечусь. Опа. И пошли дальше. Фух, конечно, тут да, жестко. В замкнутых пространствах воевать сложнее, чем где-то. Да, на улице был проще воевать. Хоть куда-то можно убежать, увернуться. Так, фонарик у нас. Вот, блин, опять стопудово сейчас война будет. Да. Да ладно. Даже отсюда вылезли. Так, батарейки можно использовать. Да, по крышам сейчас чувствуется, придется бегать. Stop it! They're waiting for us downstairs. We don't have time for Alan. I knew she wasn't ready. Мост. Ну, ска на крышу вылезти можно? Нельзя. Жаль.
Так, там ничего нет? Будильника какие-нибудь? О, еще что-то. Это так, мы, грубо говоря, нашей жене. И сколько же нам еще идти по сигналу GPS-то, блин? Эпизод получается более длительный. Да, и как же нам бежать? Оказывается, еще что есть. Привет. Давай, давай, жги. Все. Блин, только бы не какой-нибудь бульдозер еще. Свечки тут. Hey, lover. Come here. I've got something for you. I could only hope that Alice was all right. I didn't know what happened to her after she left the dark place. Zane? Is that you? Hey, hold that pose. That was a good one. Like this? Yeah, but smile a little more. No, that's too much. You want to look mysterious, maybe a little tough. You know how people go for those dangerous bad boys. But I'm not dangerous. Oh, come on. You write about terrible things all the time. People want to think that you're intimately familiar with them. You kill Casey in this book. You need to look a little bit like a murderer. Oh, that's good. Do that again. You look handsome. And dangerous. You know, I wasn't sure about the beard before, but I was wrong. It looks good on you. Okay, I think we're done. Great. I want to get out of this suit. Hey, things are looking up. Guess danger is sexy. That was when I was still working, when I felt like a real writer instead of a fraud. It was a good memory. I wished I hadn't seen it. Фига, квартира. Будильнички. Дарт Вейдер, блин, здесь какой-то дышит. Здесь все завалено. Здесь закрыто. Во! Alan, you made it. This area of the dark place is calm, at least for the time being. We can talk here, but we don't have much time. Zane. How do I get out of here? That's what you face. That's you, even as we speak. Darkness. Darkness coming! Swept him away. Lost. He knew. He knew! He couldn't hold on. He knew there was no way out. Oh. No, I'm right here, oh, Zane. What's going wrong? That's not me, it's just... Wrong. I don't know, an echo, a hallucination, the dark presence. No,
The Dark Presence is not responsible for this. You are making this happen. You're trapped in your own nightmares. You are fighting yourself. Wake didn't understand it. He would never make it. He would never wake up. He'd get swallowed up in the rising tide of darkness. It was coming. It was coming. Shut up! No, Alan, you must be. Swept away by the gathering insanity, Zane was gone. Wake could feel the pressure, gnawing at his mind. The darkness wasn't so bad. It was in him. He felt it. He knew the voice spoke the truth. It was just too hard to think. He can't. Couldn't make sense of it. Couldn't. He wanted to go with the flow. Stop thinking and just let go. Да ладно, был убит телевизорами, ё-моё, запинали просто. Так, где тут тикающий будильник наш? Сигнальная ракета, точнее, фаер. Заново болтовня. This area of the dark place is calmer, at least for the time being. We can talk here, but we don't have much time. Zane, how do I get out of here? That's what you face. That's you, even as we speak. Darkness. Darkness coming! Swept him away. Lost. He knew. He knew! He couldn't hold on. He knew there was no way out. Oh! No, I'm right here, oh, Zane. What's going wrong? That's not me, it's just... Wrong! I don't know, an echo, a hallucination, the Dark Presence. No, the Dark Presence is not responsible for this. You are making this happen. You're trapped in your own nightmares. You are fighting yourself. Wake didn't understand it. He would never make it. He would never wake up. He'd get swallowed up in the rising tide of darkness. It was coming. It was coming. Shut up! No. You must be. Swept away by the gathering insanity, Zane was gone. Wake could feel the pressure, gnawing at his mind. The darkness wasn't so bad. It was in him. He felt it. He knew the voice spoke the truth. It was just too hard to think. He can't. Couldn't make sense of it. Couldn't. He wanted to go with the flow. Да, такого, блин, мозг поедет точно. Let go. Зашибись, глюки. Ух ты, ё-моё. Каким макаром? Everything he saw was a twisted memory, a stray thought. Even this evil beast came from the dead. Thank you.
did he have left to fight for? He'd lost everything even before he came here. Even his sanity was gone. What was the point? А, блин, зараза. Ах ты ж. Какие-то почки у меня уже стрелетят опять. Айо. Да ладно. Да ладно, вы чё, чумели что ли? Пипец вообще, это как это надо хрень всё завалить? Тут батареек не напасешься, просто реально. Так. The scope of this horror was unimaginable. It would have been so much easier to let go. Иди поспи. Ах ты ж зараза. It was finished.
Зашибись, блин. Ладно, мы вот так сделаем. Подлечимся пока здесь. Осталось вон парочка телеков. Да ладно, тут вообще прям жесть. Есть. Фу, жестокое, конечно, сражение идет. Так, здесь ничего у нас не валяется. Все батарейки просрать здесь. Да. Серьезного такого боссика сделали. Битва со своим сознанием, блин. Ух, ядрен батон. Жарим, 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 пока эта лодка не расплющила. Ну все, мужик, тебе пердык. Что, продолжение, что ли, еще где-то в поликлинике? Да, зашибись, конечно, эпизодец сделали. Фу. Продолжение следует. То есть еще второй эпизод. Честно скажу, этот эпизод был сложнее, чем во всей игре, в принципе, все моменты. Просто много врагов в замкнутых пространствах. Ограниченность в патронах, батарейках, причем все влезет, все летит куда-то. Еще надо бить босса и поэтапно. В общем, эпизоды стоит тоже поиграть как основную игру, это посложнее будет. Я не представляю, что здесь будет на уровне кошмар, это вообще жесть, наверное, будет. Но если кто-то приноровится, поймет, как точно все делать, и в нужную секунду, то пройдет. На этом мы закончим прохождение первого эпизода дополнительного в Alan Wake. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, ждем дальнейшего прохождения игры. Всем удачи, всем пока.